Я нефтяник, и уже почти 20 лет я готовлю сам себе на буровой. Сегодня казан-кебаб, но почему-то все думают, что это блюдо готовится только в казане. Я же приготовлю его в спартанских условиях на обычной электроплите. В большом количестве раскаленного растительного масла обжаривай целый картофель. Чтобы не сбить жар, обжаривай порционно, до красивой золотистой корочки. Доставай картофель и также в несколько заходов обжаривай крупные куски баранины. Доставай его и вычерпывай половником почти все масло. Оставь буквально пару столовых ложек. Далее выкладывай картофель и посыпай специями. Соль, паприка, зира. Сверху выкладывай мясо и специи, соль, зира и кориандр. Залей 1,5 стакана воды и туши под закрытой крышкой примерно 1,5 часа. На подачу выкладывай картофель, затем мясо и посыпай зеленью. А если лук порежешь полукольцами, добавишь укроп, соль и сахар, разомнешь руками, то твой казан-кебаб станет еще вкуснее. А ты загляни в мой инстаграм, равнодушным не останешься.